Всем привет! Это у нас туториал BT3. Сейчас будем залезать в дом без ключа и будем смотреть, как там внутри. То есть ключ даже брать не будем, но можем и монтировку не брать, нам понадобятся только коробки. Так, сейчас будем смотреть, где удобней. Да, скорее всего, на ровных участках. Просто буду пока закидывать сюда, наверное, на балкон. Так, я кривой, да? Вот так, чтобы нам... Это что такое творится? Чтобы нам не лазать очень долго. Надеюсь, все получится. Я надеюсь, вообще там есть заход внутрь. Потому что я ни одного видео не видел, где люди залезают в туториале сюда. Хоть посмотрим, что там внутри. Там же все равно как-то по-другому все сделано. Мимо. А-а-а! Там на тоненького почти попал. О! Ну! О! Тоже видели, что было? Да. Я самый меткий ютубер. Да проще вот так тогда. Да, там-то уж не выпадет. Так, ну нам... Подождите. Интересно, там дыра идет насквозь в здание. Если мы в... А, нам все равно нужны коробки, да. О! Да всего сразу не догадаешься, это понятно. Даже не представляю, сколько нам коробок надо. Ну вот еще давайте 4 кину. Так. Хорошо, то что-то метился. И все попасть не мог. А сейчас здесь будем строить башню. Сразу с дальних, чтобы потом до них не бегать. Так. Это нам поможет. А, нет, подождите. Она не поможет. Давайте в касание. Так, ну более-менее. Ладно, хоть коробки еще есть. Вот там горы коробок. Так. Понятно, все, здесь уже строим внизу. Целимся желательно на середину. О, красота. Да, тут очень много коробок нам хватит. Можем хоть до космоса долезть. Только на центр ставьте. Потому что они очень хорошо умеют падать. Думаю, другого способа нет. Тут как бы самый ближайший есть вот где этот шкаф-то. Видите шкаф? Но тут он не пускает. Вот я хотел еще так до этого залезать. Но тут он не запускает в дверь. Так бы я залез в него. Тоже хороший способ был. Ну-ка. У нас будет сложный способ, то есть долгий, но он проще. Надо просто дотерпеть. И все. И мы залезем куда-нибудь.
Так, возможно, коробок очень мало. Я взял. Так. Потому что там очень мало на балконе. Потому что мне надо тоже ведь на крышу лезть. Что-то я пятую коробку хотел взять. Так, на три можно залезть ведь? Так. Уже все дрожит. Не, ноль эффекта. Так, почему ты? Почему ты дрожишь? Нам даже этого не хватает, чтобы залезть. Ладно, тут гора их. Так, ладно, давайте вспомогательную поставим, чтобы тут не мучиться. Так, интересно уже. Огромная гора. Давайте заимствуем. Может туда покидать. Четыре взяли. Раз, два, три. Вот четвертая. Вот тут все дергается. Да. Тем более, видите, что я делаю. Добавляю проблем немножко. Так. Ой. Зачем это я спрыгнул? Так. Тут уже не попадешь. Ладно, доберем, что есть. Еще нам надо вот сюда поставить коробку. Тут все дрожит. Давайте ее с собой возьмем. Надеюсь, запрыгнем. Ты что не пускаешь-то? Вы видели, там же уже все. Что ему еще-то надо? Я уж наверху же. Интересно. И сколько так коробок надо ставить? А, может быть, надо. Ладно, давайте еще одну. Есть, запрыгнул наконец-то. Это ужас. Там все повалилось. Первый ряд упал. Фу. Так, что у нас здесь есть? Ничего интересного. Так, первый ряд упал. Представляете себе? Полностью все развалилось. Я, то есть, залез на тоненького опять-таки. Так, ну вот можно башню здесь строить и прыгать туда. Как-то так получается, чтобы она придерживалась за вот эти два, за перила придерживалась сначала. Тут опасно запрыгивать, конечно. Да. Нормально я накидал коробок-то. Так, поближе.
Так, нет, я зачем-то усложнил задачу. О. Аккуратно. Так, все. Как хорошо. Всем, наверное, интересно, что там на крыше есть. Просто у меня будет, скорее всего, один прыжок. Его надо сделать очень точно. Все почему-то опять дрожит. Ужас. Осталось три коробки. Ой, не три. Пять. Так я здесь уже не запрыгну. Так. И коробку. Коробку наверх сюда. Ой. Высоковато. Я, похоже, тут. Так, не залезу. Это ужас какой-то. Смотрите, какая высота. Так, ну я... Давай, давай. Ах, урод. Я там шел по какому-то краю непонятному, невидимому. Мне не дали идти. Но башня устояла. Ладно, давайте быстро эту выстроим. В принципе, недолго. Если она вся не развалится. Коробок так-то навалом еще. Нужны еще коробки. Строительство. Так, здесь уже все опасно. Ладно. Нам нужна еще хотя бы пара коробок, наверное. А, сбегу несложно. Давайте сразу 4 возьму. Там нормально было близко. Похоже, я какой-то не тот способ выбрал. Надо было обходить. Так, это я где? О! Давай, залезай. Не хочет. Да куда там уж? Видите, там уже все же. Ладно. Ха-ха. Так, ну на самом верх сейчас не знаю. Эта башня шатается, не знаю как. Да. Решил на скорость. Так, хотел быстренько залезть. Так, опять закидываем, значит. Ну да, тут быстро никак не залезешь. Ладно, еще схожу сейчас за четырьмя. Чтобы уже не зависеть от коробок.
Там одна была вроде еще. Точно. Так, это что у нас такое? Ботинок. Так, это что такое творится? Игра против. Чтобы я... О, видели, как красиво. Так, игра против, чтобы я залезал. Так, а здесь еще выше немножко. Ладно, все равно здесь строим. Так, это, конечно, ужас все. Так, давайте тогда здесь. Рационально здесь, тут два угла. Тут два угла, которые держат коробки. В принципе, это несложно же перестроить. Так. Лучше откуда? Так, нет, здесь провод. Да, лучше сразу строить и нижний ряд. Чтобы сразу узнать, ударятся коробки об коробки или нет. А то потом, если они в конце ударятся, всему конец придет. Да, жалко разбирать такую конструкцию хорошую. О! Супер. Так, я опять ника неправильно. Все дергается почему-то. Вот смотрите, устойчиво достаточно. Здесь маленько ближе к углу надо ставить. Ну, что-то все шатается, не знаю как. Все равно. Так, кончились. Так, ладно. Тут уже можно разваливать всю башню. Почти в доме соседа, но не с нужной стороны. Все дрожит. Прикол, у нас меньше коробок уйдет. Так опасно. Давайте осторожничать. Так, ну тут буквально же как будто одна коробка осталась. И вообще ни одной есть. Так, а здесь все упало, да? Когда-то. Маленько промахнулся. Так опасно. Все шатается очень сильно. Так, здесь необходим третий ряд, чтобы запрыгивать. Все, мы уже наверху, нам главное сейчас залезать, не сдаваться. Так, это что я такое делаю сейчас? Чуть всю башню не уронил.
Осторожно. О, видели, чуть не упал. Все замуровано. Что там падает? Кстати, там та башня же может свалиться нижняя. Тут еще фиг попадешь. Это вообще какая-то психованная уже стала. Две коробки осталось. Похоже, надо уже срочно запрыгивать. Вот это да. Так, тут, похоже, придется возиться. Полчаса. Сейчас, ладно. Все поднял. Тут надо все коробки перемещать на второй этаж для верности. Так, это я как так попал в край? Давайте еще 4 принесу. О! Залетело. Так, там пока стоит конструкция. Вот вообще. Почти все использовал. Это же крах. Так, запрыгиваем отменно. Мешается просто. Так, у нас первый ряд упал. Я сейчас буду так. Расшатывать все. Так, ладно, пока хорошо. Что-то у меня много рядов. Это как так-то? Так, ну ладно. Терпимо. Можно прикольнуться. Знаете как? Ну не так точно. Так, это ужас. Поэтому ни одного видео не было похоже на эту тему. Потому что эта башня. Ну давай, блин, урод. Почти ведь. Тут не запрыгнуть похоже никак. Но я буду пробовать все равно. Вы же знаете это. Это подстраховочная. Так, это чтобы не мешалось тоже. Тут в руках ничего нельзя носить. Ладно, хорошо. Потому что это может помешать. Видите, как лесенка. Вообще класс.
Так что если будете повторять, тоже стройте там, где есть две стены, стыкующиеся вместе. И молодец. Так, ну это, конечно, жесть полная, вы понимаете. Ай, эти коробки. Что с разработчиками не так? Почему они сделали коробки настолько пружинищими? Они же вообще физически неточно себя ведут. Коробка всегда стоит на коробке, никогда она не дергается. Как камень стоит. У них все начинает дрожать. Ладно, залезем так. Прям как по лесенке залезаешь. Может быть, в другом месте вам строить. Так, тут нигде не залезешь. Так, пока хорошо. Так ставить. Интересно. Да, с этими четырьмя можно залезть было хоть куда. Просто их надо как-то грамотно поставить. О, так это глюк или что? Не знаю. Я непонятно где оказался. Ой. Понятно. Надо прыгать. И это ужасно. Мне надо туда аж прыгать. Так, ну я не допрыгну. Нет, допрыгнул куда-то. Так, я у двери остался, прикол. Мне вообще конец теперь. Здесь-то я уже никак не вылезу, ведь. Ай, это крах, конечно. Ну а как иначе? Так, мне кажется, вам будет интересно все равно посмотреть на это, мучение, поэтому я это видео выложу. Я почти что залез в дом. Потом сниму еще одно видео, как я уже конкретно залезу. Надо будет искать другое место. Видите, да? Я не мог знать, что я здесь свалюсь. А. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Я себя загнал в тупик. Такого никогда не было. О, мне нужен был капкан.